В Волгоградской областной библиотеке имени Горького подведены итоги традиционной ежегодной акции дарения книг. В нынешней акции приняли участие около 1000 волгоградцев, которые подарили 367 книг, что на порядок больше, чем в прошлом году. В акции пополнения книжных фондов любимой библиотеки были замечены представители администрации области, работники сферы культуры, депутаты, писатели, читатели и издательство «Эксмо». Благодаря им Горьковка пополнилась такими популярными изданиями, как «Атлант расправляет плечи», «Митрополит в Арсенофий», «Иллюстрированный словарь русского языка» и другими. Многие книги были подарены по просьбе самих библиотекарей. Мы просим именно то, что востребовано в библиотеке. То есть это последние издания, это популярные книжки, которых нет в Горьковке. Хотя у Горьковки больше миллиона фонда, но есть последние издания, ей хочется обязательно иметь в своих фондах. Ну вот если вернуться к тому же «Атланту расправил плечи», то его спрашивают на отделе абонемент, спрашивают постоянно. Есть картотека даже специальная тех книг, которые читатели спрашивают, а их нет. Надо отметить, что самыми щедрыми дарителями стали издательство «Эксмо» и обычный волгоградец, фотограф Олег Чеботарев. Если издательство передало в фонды «Современное чтиво» романы Маши Трауб, Ирины Муравьевой, Татьяны Поляковой и Татьяны Устиновой, то волгоградец Олег Чеботарев 40 книг политических очерков, самые свежие из которых уже стал бестселлером – книга «Трамп в Белом доме». Сегодня все подаренные книги каталогизированы и ждут читатели. Но на этом акция дарения не закончена. В любой день библиотека рада принять новые книги. Татьяна Крючкова, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».